Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 223 на странице 114 учебника по русскому языку для первого класса автора Климановой. С помощью предлогов свяжите слова в предложениях по смыслу. Спишите одно из них по выбору. И нам даны слова для выбора, предлоги, которые мы должны ставить вместо точек. Под, за, на, над. На столе лежала ложка. За столом обедал Лёшка. Над столом летала мошка. Под столом лежала кошка. Давайте посмотрим. Мы с вами записали предложение. Правильно их должны были оформить. Начало предложения мы писали за главной буквы. В конце каждого из них мы должны были поставить точку. Понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь, до следующего видео.